Ну, Нова. Ой-ой-ой-ой, сори. Сори. Сори, wrong way. Надо было раньше остановиться. Или вообще не надо было останавливаться, я бы отсюда сюда бы уехал. Вот чё, да. Туркиан, хорош. Одобряем. Гоняю, короче, своих шакалов. Неответственно стоят. Надо было сразу пнуть. Оно вот неплохо постояло. Ха? Ха? А я здесь, а ты там? Влебал гранат свой кидать. Как будто я тут. Оп-оп-оп, и весь опыт собрал, как будто ничего не терял. Вот такой у меня гибридный билд будет. А дальше мы придумаем, что с ним делать. Блин, чуть неудачно вышло у меня. Надо было в другую сторону пиндюривать. Hey, poppers! А чё я не кинул-то? Ай, чё я опять не кинул? Твою мать, а.
Вот твою мать, а. Пойдет, хотя бы ее убил. Вот твою мать. Чуть не сдох! Твою мать, БВшечка, помоги, у тебя же есть ТПшечка. А, у него нет ульты, понял. Скоро прибудешь. Ты можешь отразить одну кавалерийскую атаку, Дректар. Но тебе не победить в войне! Война! Кусай за нежное! За нежное. Опасность, опасность рядом, я уходить. Отлично. Я так и знал, что так и будет. Ну, кстати, максимально беспонтово у них кавалерия получилась. Так, я вышел, да? Спасибо! Еще одна группа бойцов в плен. Сыжок, там только немножко плохо. Ой, ля, умерла, что ли? Нет, не живет. Блин, плохо. Я обнаружил группу орков, блин. Новый талант! Нормально, нормально. Вроде неплохо. Если твои помыслы чисты, вступай в мой орден. Побежали, побежали. Главное, чтобы там никто не умер. Остальное уже не так важно, я бы сказал. План капкан, мадафака. Пойду кэмп возьму. Эй, что за херня? У меня вот эта херня почему-то вызвалась. Да, я уехал, ёкарный бабай. Надо было брать, надо было брать. Я взял, я взял.
Проезд. До следующего фонтана, так сказать. Да, нового убили. Упс. Чую добычу. Чую страх. Атаки снова у нас в руках. Не подпускайте к нему врагов. Серия убийств. Хорош. Отличненько. Всех раздавить. Выбирай, выбирай. Ну хорошо. А, да или так, да? Есть, взяли, отлично. Все, автоатаки взял, теперь должно быть норм вообще. Опять сюда меня. Ага, вижу, вижу. Ах ты ж, зараза, убил все равно, охереть. Отлично, ну нормально, нормально. Очень жаль, что меня, конечно, пробили. Но в целом-то неплохо получается. Тяжок, молодец. Тут дальше больше не реакция стежка здесь, в том плане, что Артанис как играет. Артанис матрицу кидает позже, чтобы... чтобы тебя свапнуть конкретно в... Короче, он кидает матрицу так, чтобы с начальной точки полета прилетело все. Черт, не могу объяснить. Короче, откуда кьюшку он нажимает, вот чтобы тебя туда... пульнуло. А чё мы пошли вон на Артанис там один. Уехал, уехал. Никого жалко не убили, но можем. Налетчики сражались и погибли с честью. Гараж хотел попробовать, но не получилось, я вижу. Может, захватим лагерь наем? Хорошая идея, почему нет? Всем. С компом будут на виду заняты. Давай, разгоняйся уже, господи. У меня аж плюс хил надо мне танчить. Отлично.
не допущу. Минус Тайкус еще хорошо. Достойно восхищения. Вызволите их из плена. Только что был, уже нет. Сколько есть, все наши, да? Хочу вот этот талант взять. У меня ХП кончается. Слушай, на нашей стороне. Мы сокрушим. Бля, давай, давай, давай. А что делать-то будем? Порт, наверное, закончим. Будем пробовать. Кирова знает. Мы лучше, конечно, сейчас заканчивать. Но мы сейчас не закончим, да? My bad. Дерьмово. Я думаю, застаню. В планах-то стан был дать. Вот так сражаются настоящие войны. Бля, что происходит? Просто можно было Артанис убить, не стали Артанис убивать, жесть. Бля, мы поплыли, короче. Жесть. Очень жалко, что у Гороша анимация броска быстрее, чем у меня. Наши воины попали в плен. Помоги вернуться в строй. Так. Наших воинов держат в этом лагере. Освободи их. А вот хила мне больше за это дело не дали, да? Че у нас? 16 секунд. Можно пробовать босса, а можно попробовать здесь.
пошли босса, да, в этот раз мы не деремся. Че уж там, да? Покороче, надо бивать. Вот это подгон, короче, вообще отлично. Я не знаю, на чем надеялся один там оставшись. Да не отдадим, все нормально будет. Заманивай, заманивай их сюда. О, вот это плохо. БВ живи. Ну, ай-яй-яй, смотри, Керриган, что там? Давай, давай, поехали, поехали. Нормально, нормально. Ой, ля, утро. Извините. Ля, ребят, ну вы чего? Рано так умирать-то, не? Мне нужны только преданные и стойкие. Надо заканчивать игру, пацаны. Ебой. А, там целый кавалерист. Ха-ха, да мы выиграли, нормально. Да какая катка получилась? Мне понравилось. Лучший игрок матча. Не. Знаешь, как клевая? Медив хорош вообще. Всяк. Сижок тоже прекрасен. Блин, вообще все идеально. Мне так кажется. Ну, почти, за исключением некоторых моментов. Вот, там у меня получается... я не отменил Ешку, сдох, да, мой мисплей, и не рассчитал то, что задержку перед станом, перед активацией ульты, короче, не рассчитал. И один килл, по-моему, с игры, да? Две смерти из моей ошибки. Нормально, нормально. Одобряю.